честно говоря, хотел сдаться, хотел завершить свои недели. Я понял, что это недопустимо, надо снимать дальше. Надо идти дальше. Папа меня воодушевил, дал волшебного пинка под зад. Ну вот если так призадуматься, те же самые свои 500 отжиманий, которые я провел. А ведь реально, я же себя пересилил. Я же сумел себе сказать, что я отожмусь 500 раз. Почему я не могу довести до года съемки этих форматов влога недели? Да, получается кринжово. Получается, как получается. Но, тем не менее, нужно довести до конца. Это нужно сделать. Это и формирует человека как личность. Это и формирует тот самый стержень, который определяет тебя. Недельный формат продолжается.